Всем привет, с вами Зевра, это вторая серия OneUp ETO. Мы продолжаем. В прошлой серии ETO забил 2 гола, мы проиграли 2-3, у нас 2 новичка появилось. Посмотрим, кто у нас будет первый соперник. Так, вот наш первый соперник, Бундеслига. Топовая Бундеслига. Попробуем что-то с ней сделать. Удар Ройса. Добивание этот гол. Якуб Блащиковский забивает гол на 19-й минуте матча. 1-0 мы проигрываем. Передача на Асанди. Дасилва. Удар Дасилва. Это гол. Счет становится 1-1. 1-1 на 53-й минуте матча. Жаль, что не ЭТО, конечно, забил. Не знаю, где ЭТО был. ЭТО крутится на месте, проходит по флангу. С левой ноги можно в дальний бить, это гол, 2-1 на 61-й минуте матча. Самуэль ЭТО выводит нашу команду вперед. Ой-ой, какой подкат, жесткий. Диего, удар, рикошет, удар и гол, залетает в наши ворота. И Кай Гюндоган забивает гол. Наверное, еще задержанную желтую получит наш игрок. Может быть, нет. Закончился матч. Мы проиграли 2-3. ЭТО забил только один гол. Ну, ничего страшного. Вот так я переделал состав. Я сказал, что поменяю всех нерарных бронзовых на рарных. Ну, два у меня осталось, потому что это даже лучше рарных. Вот такой вот у нас состав. В следующих сериях будет у нас еще он лучше. Надеюсь, будет еще лучше. А на этом все. Всем удачи. Всем пока.